Да, вот ведут работы, расчищают строитель. Ой, это центральная улица. Так, это мы сейчас едем по Кудровскому проезду. Будний день. Вот показываю, какая тут у нас не очень комфортная, скажем так, дорога. Выезд из Кудрова. Как видите, колодцы, колдобины. И вот здесь идет гараж. Гаражи вон там дальше по этой бетонке. Прочитала, что планируется снос нескольких гаражей для строительства, ну, какой-то автостанции для автобусов, видимо. И вот мы пересекаем железнодорожные пути. Thank you.
вот, в общем-то, чем заканчивается сегодня мой день. Это снегопадом 27 марта. Время 9:30. Я возвращаюсь домой. И нас накрыло просто белым снегом. Так, к сожалению, март, апрель, такие месяцы, которые нам могут такие сюрпризы закидывать. Так что, что делать? Сегодня я радовалась и солнышку, и тому, что Нева у нас практически растаяла. Но в центре еще как-то это видно, что Нева во льду. А вот. Да, холодно. Холодно, ветер, но красиво. Конечно, хочется уже весны. Очень хочется уже, чтобы светило солнышко. Газончик был зеленый. Всем хорошего настроения.